В регионе стартовал областной этап конкурса профессионального мастерства «Труд крут» для бойцов студенческих отрядов. Первыми блеснули теоретическими знаниями, испытали себя на практике, продемонстрировали творческие способности проводники пассажирских вагонов. В целом все ребята, которые принимают участие в данном конкурсе, это уже опытные, такие подкованные студенты, которые откатали не одну целину, возможно, две или три, поэтому я думаю, они имеют достаточную компетенцию для того, чтобы успешно пройти все этапы, которые мы им приготовили. Испытания проходили на базе Омского пассажирского вагонного депо. 50 участников прошли тестирование, прослушали инструктаж, а после пошли по вагонам. Задача непростая – выявить все имеющиеся нарушения сначала по сервисной, а после и по технической части. На каждое задание ровно 10 минут. Самая интересная, наверное, была часть на сервисном вагоне, то есть выявляли различные недочеты, недостатки в подушке, одеяло и тому подобное. Сложнее была техническая часть. Было вообще интересно. Первоначально мы написали тест. Он был несложный, если ты знаешь охрану труда. А второе, мы были в вагоне, в котором были небольшие задачи. Найти мусор, найти какую-то недосдачу. Ну, было очень интересно. Было легко, потому что ты работал и, в принципе, знаешь, на что обратить внимание. Во второй день конкурса в стенах Омского государственного университета путей сообщения бойцы представили на суд жюри творческие номера и видеоролики. Сегодня за спиной стоят ребята, которые сегодня рискнули выйти перед вами и показать, что они одни из лучших. Давайте им похлопаем. Я желаю каждой паре насладиться этим конкурсом. Пусть победит сильнейший. Ну а вам чудесного отдыха, офигенного концерта и пусть все получится. У вас все вперед, завершение трудового семестра. Лучшим из лучших по итогу всех этапов были признаны бойцы студенческого отряда «Ночная смена» Петр Дубовик и Наталья Герлейн. Они представят наш регион во всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства «Труд крут» среди проводников, который пройдет в Омской области.